Фактические данные. Площадь пожара увеличилась из-за сильного задымления. Пока установить точно площадь возгорания не получается. Ну, также вот еще повторим информацию, процитирую. В настоящее время пенная атака, которая проводится для тушения пожара, не приносит результатов. В связи с этим рассматривается вопрос о полном затоплении всего дока водой. Ну, также вода, где находится горящая АПЛ, об этом сообщил агентству информации.